Всех приветствую, вы слышите Алексея Халецкого. Вышло новое бесплатное дополнение к Норсгарду, которое называется Реликвии. И, в общем-то, сейчас я хочу показать, что тут нового. Не так уж и много изменений, но новая механика интересная. А две фазы вы хотите выигрывать от торговли? Вот сейчас тут будет ФФАшечка. Как говорят ребята, ФФА выигрывает не тот, кто умеет играть, а... Надеюсь, слушай, подождите, а кто говорил, что ФФА выигрывает не тот, кто умеет играть? Кто это говорил? Ильнар. Ганстер. Ганстер. Не кто умеет играть, а кто выигрывает ФФА? Это заявочка, чтобы его распилили, да? Да. Ранняя агрессия. Ну, в общем, возможность показать что-то в игре, хотя бы, может быть, какая-то возможность победить. Так вот, теперь улучшение юнитов за железо делается через кузницу. То есть вы не можете просто улучшить. Кроме того, в кузнице строятся так называемые реликвии. Я так, ну, по моему мнению, такой аналог чудес. Они бы его хотя бы разок потестили. Слушайте, а вот вы уже много поиграли. Вы можете сказать, какая по вашему... Ну, то есть, как бы сделать, грубо говоря, оценку реликвий, которые есть у кланов. Вот по вашему мнению, какие самые классные реликвии? На пиры. То есть это уникальная реликвия... Подожди, это уникальная реликвия козы, правильно? Нет, это общая. А, общая на пиры. У козы уникальная реликвия, она зайду, может челиков себе покупать. То есть так себе. Да. Там где я что-то считал, типа, там где-то шанс 5-10%, что там коза, что там овца будет вместо челика. Топ-3, топ-1 это на пиры, топ-2 это олень, если это командная игра, хотя ФИФА тоже. И третье это уорна, наверное. Нет, ну вы говорите нет, конкретно, что она делает. На смотрите, на пиры что дает? Ну, минус снижает стоимость пиры на 10%. Плюс 40% эффективности пиры. И того получается плюс 60 вместо плюс 20. Это много. А на у оленя какой релик? Релик? Он может бесплатно при деколонизации чужой территории. И если там есть воевода, она переходит к оленю. А, то есть вместо деколонизации просто переход. Да, он ее ворует. Это как в шестой циве способность Элеоноры. Да. Отваливается по лояльности. Точно. Я через полтора месяца приеду домой, где мой ком будет циву тянуть. Я восстановлю в циве. Да, мы спрячемся от тебя. А там есть рейтинг? Нет. То есть ты хочешь, чтобы тебе еще и Фераксис забанили? То есть Шира уже тебя снизила, еще и Фераксис. Там добавили для таких, как ты, ЧСВшников, Альберт, зал славы, знаешь? Там потом, знаешь, Фераксис вставляет заявление, впервые в нашей истории мы решили у одного человека вообще забрать игру, чтобы он не играл больше у нее, чтобы он... Да, да. Хейтеры размножаются. Ну, несомненно, а ты что думал, хейтеры не размножаются? Конечно, размножаются. Все размножаются. Только кто же в этом виноват? Тот, кто их плодит. Ну что, волков почистить уже. Это смертельная сложность? Средний. Да. Почему везде драмы? Конфигей тут исследую. У меня волк и медведи. У меня три территории. Опа, я еще и первый нашел врата. Это я хорошо зашел сюда. Ну, а как вы считаете, как рано нужно эту кузницу строить и как рано надо вот лететь в релик? Это уже сложный вопрос. В какой год желательно? На второй год. А сколько реликвий? 5 месяцев строится или сколько? Ну. Нету. Куется. Сколько куется? Ну, в неулучшенной кузнице год она куется. 9 месяцев куется в неулучшенной, если там 2 человека работают. Блин, там стреляющие. Зависит от игры, но в любом случае, думаю, после второй зимы, так как в первую зиму тебе нужно копать камни, железо и лор. После этого ты уже можешь либо идти воевать, либо дальше играть в развитие.
Смогем хотя бы одного убить, интересно. Должны. Блин. Не очень удачно. Ну вообще у меня 1, 2, 3, 4 побережья. Неплохое начало. У меня 45 железа, это нормально? Да, вот еще патчноут всегда теперь в соседней территории будет железо, но только на 15. То есть обычно железо 20. Сумела разработка. То есть вот не в соседней, ну, вот у меня 20. Но в соседней всегда будет 15 берешь, железа. Да, у меня есть барак. Так. Почему так не везет? Сделаем пшеничку. Кстати, ребята, когда Вепер себе построит его уникальную реликвию, если он построит, то во всех лесах и его, и вражеских, и нейтральных появится... Это дикий вепрь. Да, да. Не, но она хорошая. То есть, если вепрь строит свою реликвию, то во всех клетках, где есть лес, появляется дикий вепрь. И он либо нападает на вас, если это ваша клетка, либо он, ну, становится нейтральным монстром, так я понимаю. При этом он еще и на вепря не нападает как раз. Да. Да, и вепрь его может зарезать, получить с него, если не ошибаюсь, 400 еды. Да, но вопрос только в том, сгенерировало ли достаточно леса на карте. То есть получается, вепрю стоит открыть карту всю, и только тогда решать, строить ему реликвию свою или нет, как-то так. Ну да, это больше зависит от того, сколько именно у него лесов, то есть сколько он сможет сколько он сможет ежегодно. Следуем руинки. Так, а какие реликвии у других кланов? Что там у медведя? Медведя я продемонстрирую. Вот это вот Марум, это Эльда, короче, у него. Его реликвия усиляет воеводу на 15% атаки, 15% защиты. Также при атаке воевода замедляет всех воинов возле себя на 20% скорость передвижения и 20% скорость атаки, вроде. Ну, может быть, просто атака, я не помню. А какой кулдаун у этой способности у воеводы? Полсекунды. Ну, в смысле, смотри, полсекунды? Нет, я имею в виду, когда он... Можно опять ее использовать. А там она пассивно-постоянная. Просто на вышке она работает каждые полсекунды, а на обычных воинов без кулдауна. Нормально. Так это как-то круто тоже, да? Да. Только если у тебя не 3 гигабайта оперативной памяти. О, у меня 12, все равно лагает. Так. Ну надо тут камень, это точнее, добывать. Зависит, мне кажется. Нет, лагает вообще у всех. То есть у меня дохрена этой оперативной памяти, и видеокарта хорошая, но при выпадании камней, при наступлении зимы, при вот этом вот твоем заморозке вот это всегда лагало. И будет лагать. Да, это похоже, знаете, это не от памяти, а от пропускной способности интернета, это инфа от сервера действительно приходит, судя по всему. Я возле Хуана, и я возле Лёши. Кажется, меня будут пилить. Пощадите. Лёша, ты выше меня. Предлагаю мир. Согласен. Просто у меня тут есть агрессивная овечка. Это кто? Капитан? Так он соответствует своему нику. Капитан беспорядок. Так, надо домик строить. Домик, и надо еще... Наконец-то обычная игра за вепря с двумя берегами. Пусто. Да это вообще... Кушайте много, кушайте. 40 лучше, чем так. Давайте, наверное...
Но один построил берег, это в два склад. Раза лучше, чем один. Два берега лучше, чем один берег. Что я говорю? Ты как Кличко, да? А, не каждый может смотреть в завтрашний день, но каждый лишь... Я уже... Нет, вернее, может лишь смотреть... Короче, не каждый может быть Кличко, мы поняли. Да, да. Ильна, не каждый это... сможет смотреть, но вернее не каждый. Не. Да, 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 да. Это уровень мастеров нам просто несмертный, этого не достичь без упорных тренировок. Капитан Дизордер видит мою уже одну территорию, если что. То есть этот эта агрессивная овца вообще даже прям лезет к тебе. Да, Горюжа. Я бы не просил мира, если бы она мне была не нужна. А, то есть ты бы не просил, иначе тебе мир это не просто по дружбе, а просто как. Вынужденная мера. А кто с другой стороны от Альберта? Хуан. Хуан. Хуан зачистил логово Драугаров. Возможно, даже... Я? Даже центр, возможно. А нет, это Альберт. Чё ты палишь? Тогда у нас там плотничье дело. Альберт очень сильно развивается. Камень, давай вот этих бы, конечно, ребят... зачистить. Я больше не буду пристить. Но пока нападать на меня никто тут не будет из драугров. Давайте сюда. Тут надо будет развить область, к сожалению. Тут слишком много еды можно будет делать в будущем. Так. Это вот давайте в лор, чтобы я быстрее плотничье дело открыть. Горюш два берега. Да у меня три на козе, здорово, да? Да неплохо, когда есть ворон. Да-да-да, сколько там у кого берегов? Ребята, не путайте берега. А у Лёши сколько берегов, это самое главное. У меня один. Мне кажется, это было слишком честно. Нет, Лёша понял, как надо играть с нами. Нет. Нет, я понял, что надо... Все плохо, плохо. Я понял так, ты ставишь лайк Альберту, потом его выносишь в игре вместе со всеми и... получаешь моральное удовлетворение. Да, да, да. Так. Ну, можно апнуться. И надо побольше... Так, нужен еще один... А, ну теперь на самом деле добыча... Дерево еще нужно, блин. Что это такое? Вот здесь надо добычу железа еще поставить. Блин. Добыча дерева. У меня проблема с деревом. Не знаю, где мне это... Может, вынести этих драугров постараться все-таки? Давайте. Ну, двумя я вряд ли вынесу. Мне нужна эта территория. Блин, там еще железо. Потому что тут дерево вот я смогу добыть. Еще и драугры далеко. Пока до них добегу... Они мне половину хп снимут. Блин, как я дебильно сыграл сейчас. Ну давайте, убейте. Е-е-е-е. Здорово, получилось. Так, это можно умереть.
эту территорию колонизируем. Исследуем. Если что, я не агрессирую. Так, мне нужны жители, когда тут... Что тут происходит? Морально. Что происходит, да? А, я понял, я с вами все это время разговаривал с выключенным микрофоном, круто. Прикольно. Я думал, там просто кто-то уже дипломатия ушел. Да, да. Так. А, это, Ганстер, я пытался с тобой договориться, я думал, типа, давай ты мне отдашь две овцы, я до 804 года не знаю, что ты существуешь в принципе. Я не слышал этого. Я знаю, у меня микрофон был выключен. Ты думал, что я тебя игнорирую из-за этого? Или что? Не-не-не. Называется, давай чертать 40 воинов, да? Нет, вы же знаете, что кто нападает, тот проигрывает. Напал, проиграл, мы помним. Кто как побеждать будет? В смысле побеждать? Чудом. Мы играем не на победу, мы играем так, ради удовольствия. Я сразу скажу, вы же знаете меня. Для Альберта. Да. Цель у всех одна. Ну, то есть все пришли для того, чтобы Альберт не победил. Единственный кто-то здесь. Все остальные как бы норм. Да. Сейчас все увидишь, подожди. Альберт, ты бы хотя бы стримером каким-нибудь стал, там видео выкладывал, чтобы был как бы. Да, чтобы причина была какая-то, почему тебя выносят. Да тут. Отличная идея. Я строю фарм. Ого, да вы танки. Хотя не, наверное, не Франции. Через полтора месяца буду дома, будут видосики, будут стримы, будет больше хейтеров, моих любимых. Больше хейтеров. Тысяча 9! Где мне добывать дерево вообще? Наверное, вот тут надо сейчас добуду золото. Ой, золото, железо. Слава Украине. Локальный юмор. А где мне еще камень? Вот тут только вот это надо сносить. Интернациональный. Да, если о маме знает Альберт и я, так уже интернациональный, да. Ты понимаешь, что я украинец, у которого паспорт казахстанский, живет в Беларуси. Сколько интернационально? Эчпочмак. А, нет, эчпочмак это же татарий. Да. У меня мама татарка. Ну а папа. А папа хоть. Папа хотя бы русский. Папа украинец. Наполовину украинец. Форжеры, которые ничего не делают. На завод. Так, ну давайте, наверное. Блин, мне нужно дерево где-то ставить. У меня нету места вообще. Ну ладно, сейчас вот это вырубит. Считается за неулучшенное здание. А железный рудник считается за раннюю агрессию. Это все для счастья поставлено, надо понимать. У меня мало... Надо вот эти как-то тут исследовать и забирать уже эти области как-то. Мой скаут умрет когда-нибудь? Он уже скоро до Хуана доскаутит. Вот это отношение к своим этим... Пожалуй, я в сторону капитана отправлю одного разведчика. Да забей. Зачем? Давайте, пожалуй, даже пир проведу. Надо. Лишнее. Мне нужно будет 50 дерева для строительства добычи дерева, но пока я просто негде строить, поэтому так делаем. Видите, нету сейчас кнопочки улучшить инструменты. Это все сейчас делается в кузне.
Да, без проблем. Типа, я знаю у тебя территорию, ты знаешь у меня территорию, я вам знаю территорию частного. Хуан, давай договоримся, что если Альберт на кого-то из нас нападает, то второй впрягается обязательно. То второй тоже нападает вместе с Альбертом. Нет, я нашел. Да, но тогда на меня не приезжает Йотан и всю игру, да? Нет, чего бы это? Так неинтересно. Лёша, давай по-другому. Я... У нас твой мир еще 3 года, но ты мне не будешь мешать никого сносить. А у тебя будет это условие, что йотуны к тебе не прибывают всю игру? Ну, пофиг. Если хочешь, то можешь отправлять. Или не... А ты что предложишь? Торги пошли. Мир там 3 года, если хочешь. Мир трудно это. Ну хорошо, давай, Альберт. Только вот эти, эта территория, которая между нами моя, да? С камнем? Да. А это твой с камнем второй или третий? С камнем и руинкой. Второй. Четвертый. Да, твой там, да. Только есть одно условие, то что ты по славе и по мудрости не выигрываешь. Если начнешь выигрывать, о, боже, то начинается. Как-то очень сложно все. Да, Альберт такой любит. Какие-то очень много условий начинается. Многоходовочки. Нет, это меня не устраивает. Я хочу в следующем году выиграть по славе. Ладно. Можно? Да. Спасибо. О, все, могу дерево добывать. А, да, точно. Сейчас как поставлю реликвию. Я решил, вообще... что разведчики мне не очень сильно нужны. Улучшить еще добычу дерева. Логично. Разведчики не люди. Ну, давай не будем это сильно. Вы там все уже выигрываете, все в какой-то жопе везде. Да, забей. Я в темном веке каком-то. Впереди тебя ждет героический. Хуже. Да. Есть хуже темного. А если у тебя, допустим, три темных ветра? Потом он не будет темным. Поставь карточку на еду и производство от караванов. Так, надо куда-то подрасти. Да, но у меня дерева нет. Мне надо сначала апнуть дерево, на самом деле, добычу. Потом уже... Я уже одновременно взял карточку и умел разработки, и вот ничего делал. Хорошие карточки. Жаль, переставить нельзя. Я надеюсь, у них сделают возможность переставлять, типа, с верхнего и нижнего лора у следующего клана. Если он, допустим, потратить 50 лора, чтобы поменять умелую разработку, колонизацию, допустим. Ну, если разработчики... Это как-то уж совсем какая-то фигня. Не, это на самом деле интересная механика. Очень. То есть ты типа не можешь поменять умелую разработку там на торговлю? Ну что, давайте кузницу поставим, я вам покажу. А, сначала надо дерево добывать. Типа в этом и смысл, давайте пока в науку. Потратить дополнительных слов. Ну так, сделать это особенностью... клана, например? Да, клана. Или... Это будет не так сильно. Да, вот теперь можно и кузницу сейчас ставить, на самом деле. Как сильно ты претендуешь на логово волков с железом? Мне, в принципе, не нужно железо особо. Ты можешь их прямо сейчас убить и забрать? Правильно, нафиг реликвию. Так, давайте, наверное, разовью область. Реликвию не нужно. И поставлю здесь еще. Я могу, но я не хочу. Ганстер, а дело в том, что мне нужна эта территория, но мне не нужна. Как я промахнулся, если зачистишь, не то улучшил. Если зачистишь, я могу забрать железо и оставить тебе территорию. Так, умелую разработку или оружейника. Ну, я подожду. Не, давайте умелую разработку. Давайте тогда, пожалуй, зачищать эту территорию. Блин, я ж... Я куча... Просто кучу...
денег потратил ни на что. Что такое? В никуда. А, ваши лапать имеет смысл в вашей быстрой игре или нет? В нашей быстрой игре? Какая наша быстрая игра? Ты вообще про нас? Это уже зависит от Альберта. Че так это? Я по фейму выиграл, может меня уже и дебить? Заманчивое предложение. Выношу его на конгресс. Так, ладно, поставлю здесь тогда лекаря, а здесь поставлю. Считаешь, что кузню? Это дополнительный голос против? Не, давай это дополнительный голос за. У него есть слишком, каждая вышка. Его надо сносить. Хорошо, я могу, если что, очко сжать. Это тоже минус или это плюс? Я даже не уверен. Лёш, тебе нужна эта рыба? Нет, конечно. Делал, очень нужна. Конечно, нужно. А у меня больше некуда забирать. Извини, ты меня отрежешь забирать. Вообще. А, Альберта забирать. Блин, заманчиво. Да. Мы как бы мешать. У меня просто тоже две теры. Вот одна. А и этот капитан Дизордер мне не дает этот. Ну как вот, одна? Я вот вижу, что у тебя вот не захвачена вот тут вот территория. Две теры, говорю же. Дело в том, что мне некуда больше развиваться, кроме этого логова. Типа, у меня есть вот эта вот территория, которая 26 железа между нами. Типа, она мне на самом деле не очень нужна, потому что ты за нее будешь сражаться как за свою жизнь. А железо мне прям не нужно. Ну, давайте делать реликвию. Так, у меня тут дипломатия, давайте не будешь смешать. Реликвию ворона делаем. Ну, сейчас бы еще побольше, конечно. Мне кажется, или Драугру начали очень быстро бегать, суки. Эльдрурмир. А, подожди, а ты хочешь эту территорию для Осмоса, да? Какую территорию? Вот эту территорию с рыбой. А там же рыба. А, все, я ее хочу. Тогда я забираю ту, которую сбоку. Которая? Ну, которая с Драугру. Блин, ну там... А ну, давайте там, лучше вы либо... будете друг с другом ругаться и друг друга убивать. Давай нет, Альберт. Тебе когда это А какая? С Драургом? Нет, которая с рыбой. О, холодный, блин. Не, а почему тогда еды так мало? У меня есть еще две территории, и я думаю, мне этого, в принципе, будет достаточно. Ты прям так сильно не хочешь конфликтовать? С тобой не очень сильно хочется, знаешь. Так, давайте-ка мы улучшим. Тем более, все мы здесь играем. Тогда. Ну ладно. Чё-то на Арина я предлагаю, как бы я особо на тебя не претендую. Хуан всегда что-то хочет, блин. Он хочет мир потом. Население, давайте. Потом претендует на что-то еще. Так сделаем. Ну ты себе. Я в принципе могу тебе отдать ту теру, которая с башни потом, чуть позже. А, о, даже так, окей. Нормально, зачистим, заберем. У меня на два лора больше, чем у обычных людей. Здорово. Ты избранный. Понял, я думал, я обычно говорю так про Хмасова, но ну ладно. Тупо уберменш, смотрите. Есть какие-то медведи, я послали, какие-то мудрости. Где-то мы такое уже видели. Есть мудрый медведь, а есть славный. Да славный медведь и мудрый. Да, брат, я как против. Чё-то как-то... Альберт, ты сам с собой там? Ну да. Да, придется вернуться, что-то как-то у меня так мало что, еды. Закончился, у меня депрессия. А чё, будем драться за эту теру? За ликёр? Не, ну давай драться, ну что я могу сказать тебе? Я... Мне некуда селиться больше, что я тебе могу сделать еще? Это последняя территория, которую я могу взять. Мне же придется тебя сносить. Ну что сделать? Ну, а что ты предлагаешь мне, сидеть в 5 территорий?
5 территорий сидеть — это круто. Бер, как я. Я как человек, который сидит в 6 территориях, первое говорю это. Ты здорово, да? Зачем? У тебя есть устройство, можно обустроить свою территорию. Хорошо, там все посрассаду, посадить. Лёш, мне не так сильно хочется. Кабачки. Реликвии. Спасибо. Кабачки реликвии. Что за кабачки реликвии? Может, я пока заберу её, тебе территория ещё не нужна. Потом отдам. Почему, почему она не нужна? Это плюс одно счастье все-таки. Очень много территорий. Мы вот кабачки посажаем. У тебя очень много пустых территорий. У меня есть дедушка Хавальд. Где у меня много пустых территорий? Что значит пустых? Я взял Уэппон Смита уже. Все хорошо. У меня все застроено. Где у меня пустые территории? Ну, например, там, где руина. Ну вот, сейчас, видишь, я там строю. Зря ты лукавишь. Ну так две территории у меня пустых. Две, это много? То есть да. Больше одной — это уже много, я так понял. Да. Зачем тебе еще одна, если у тебя есть та? Вот, вот у капитана Дизордера не хватает территории, но он все равно мне уступил. То есть, подожди, тебе с одной стороны уступили, сейчас с другой стороны уступят. А почему? Я волнуюсь за тебя, у тебя... Слипнется попа, понимаешь, тогда. Это... Мне просто жалко мама тебя. Мама так говорила в детстве, когда я много слабый. Ой, мама так всем говорила в детстве, не волнуйся. Да ладно. Ой, что-то... Так, если слишком много разведок, то сейчас опять золотой век выйдет. Что-то много я дерева потратил. Да-да-да-да-да. И у нас там это... Что там в цивилизации есть? Общий квест, когда убить литера надо, да? Это кризис называется. Да-да-да-да-да. Да, еды может не хватить. У меня две, у конечно, две овцы, но... с самого начала. Вот кризис — это Альберт. Сейчас, чат Нуар, это не обижайся, это просто рекрутный триггер идет. А-а-а, понял. Ну я улучшу этот дом. Ой, спасибо. С боевым. Гарнизон, ну нифига. Грузин, блин. Опа. Понимаешь, чат Нуар? В Норгарде... Челине. Все, все этот вы... Это вот на... Собственно, на то, что они говорили, на еду, на... Круто же, чё. Чида. О, счастье появилось. На... Блин, на пиры, как бы на пиры. Не было, но так поступать не, нельзя. Сносить меня? Блин, ну... Мне больше не хватит еды. А, да? А зачем я тогда лагерь разведчиков снес? Давайте, может, сторожку охотника можно, улучшим. Ты... А зачем ты скаутишь мою сторону? Давай просто. Ты не будешь скаутить. Я хочу просто видеть твой мейт. Ты же понимаешь, ты меня скаутишь, ты вынуждаешь меня строить бараки. Но... Ты меня не скаутил? А, я не скаутил тебя. У меня скауты не стены. Ранняя агрессию проявляет. Так, пошел минус. Я тебе мейт сказал, у тебя ничего не будет. Нет, мне просто симпатизирует твой мейт. Мне симпатичен твой мейн. Хочешь культурный обмен, да? Это будет в одни стороны, мне кажется. Да? Именно. Все против тебя потом соберутся, типа, вот у него есть территория, там вот это вот все. Пустая. Нет, я просто боюсь Лёшу сносить, потому что с той стороны Альберт. Так, так ты договорись с Альбертом меня распилить и все. Зачем? С Альбертом договариваться не нужно. Вы лучше сначала снесите Альберта, я с этой стороны разберусь, потом уже... А, ага, с этой стороны разберешься. Я тебя услышу. Ты мою территорию видишь, да, где 4 штуки стоит, да?
вот, я, да, 5 штук вижу, где стоит. Ух ты, как раз открытая территория. Где стоит постер. Угу, постер рынок. Пошел минус по дереву. А этих ты не видишь. Но... Мою любимую, да, территорию с четырьмя бараками. Фиг знает, когда выкую эту реликвию. Да. Ой. Ну, заканчивайся, метель. Все, пошли нездоровье. Тут что-то как-то больнее стали эти метели. Упал. Я как бы с тобой пытаюсь договариваться, а ты меня скаучишь. Это не... А, ты напал на меня? Ты что, ебанутый? Не ругайся. Ну что... Что это за наглость такая? Да я для собственной безопасности скажу. Слушайте, а у всех наступило лето, но звук метели остался. Да. У тебя метель в голове, Лёш. Зашибись. Мне тоже. Мне тоже. Да это просто вы уже Наргард переиграли, ребят. Опять свою метель слышите. Я так могу устроить пир, не поставив котел. А ты крут. Надо эти улучшить на еду. Совсем грустно. Эльдхур... Эльдромнир? Ты чё там? Мягче, Гарри, мягче. Очень сложно. Ну чё, Туганстер вообще вот грозился меня снести. Вообще хоть армия-то есть? Раз, два. Два лагеря пока. Так, мне бы домик, наверное, тоже смысл есть поставить. О, она тоже уже погубила. Я просто дам. Блин, 80 стоп, камней. Я хотел улучшить сначала еду. Нет, вообще надо домик. 80 камня добыл. Серьезно, это без умелой разработки и без апогодику. Я ты что, скупал его, что ли? Нет, ну как скупал, добывал. Не знаю, мне только один камень вообще, мне не повезло. А, нет, два. 8 бараков апну сейчас. Это кто мне там? Это абсолютно не нравится. Кто там апает 8 бараков? Слышали, он сейчас 8 бараков апает, он не шутит. Да нет, я шучу. Так, а, я домик. Задумал, да? Я на железо не этот не претендую. А, ты его уже забрал. Так, но мы же строим. Договорились, что ты забираешь вот этот и слово, там же, вот тут территорию. Же вот улучшить. А я думал, ты вообще прям мореходов, мою территорию. Улучшить дружину, улучшить крестьян. Я думал, ты хочешь мою территорию с башней, прикинь? Да, а потом ты мне такой скажешь, но я тебе могу вот эту территорию там, где у меня башня. Такой, да, я такой. Ну да, пожалуй, возьму, да. Не, ну ты предложил, ничего отказываться. Ну да, да, тоже верно. Так, а где тут мой стоит? Так, давайте добычу дерева. Кувшин Гивьюн? А что это такое? Это кувшин. Блять, что он дает-то? Зачем ты его выкрал? Он хочет себе 60 попа. Да, я хочу себе. А, это уникальный как козий, что ли? Я хочу попробовать поиграть с ним. Там просто. Блин, я бы взял, но там овцы очень редко выпадают. Челини побежден. GG. А чё так тихо, молча? Ну а чё ему кричать? Красные бараки есть или
А, нет бараков, ты next, пошли. О, ты красного убиваешь? Мне это на руку. Да. Только у него бараков нет. Грех не убивает. Смотри, у меня-то бараки есть. Кто сказал, что у меня нету барак? Давай так, ты делаешь 4 воина, я ухожу, круто. А, 4 воина? Мало, Альберт. Я бы брал больше. Ну, мне стоит ды и 1500 голды, мне нужно еду накопить. 4 воина это слабо, я считаю. Если можешь... что, я уже апнул 7 барак. У меня есть 20 железа. Саш, как бы мне не хотелось тебя снести. Ну все, давай, я ухожу, пока. Не снести, но мне придется. Теперь можно мир. Куда? Кого? Что делать сейчас? Спасибо за воеводу. О, я воеводу тебя оставил, да? Медведь очень далеко. Болото с медведем, соседняя территория с тобой пустая. Где? Выше рыбы. Так, еще, наверное, одну, наверное, только можно исследовать. Так, надо мне больше... Еще 2 барака апнуть осталось. Больше денег. Гансер, ты кого там? Ты хочешь капитана сносить? Ты чего? А ты против? Ну да, чего? Ты что, зачем куда-то? Ты ж вепрь. Да, побеждай по мудрости. Все нормально. Сиди, да, там. А вы сможете 30 воинов плюс 9 атаки? Повизгивай свинкой немножко. Лёш, если ты продолжишь меня дальше скаутить, я приму это за агрессию. Ну это счастье вообще-то для ворона. Как что чуть не. Я приму это за агрессию. Ну что поделать, ну блин. Я получаю счастье, открыв территорию. Что мне, без счастья теперь? Я получаю счастье агрессивно. Да, типа того. Я тебя понял. Топография — это мое хобби. Мне больше некого исследовать. Ну, точнее, я тебя исследую, потом пойду капитана Дисордера. А потом и красного. Все остальное уже я вижу. На самом деле такое себе. Так, разведчик ранен. Вон, смотри, я уже, видишь, нейтральную территорию исследую. Да, ну у него реально тут апнуты. Раз, два, три, четыре, пять. Да, у него реально тут апнуты. Ну там Альберт есть. Вон, забирай этот, забирай врата Хельхейма и дерись, там будут каждые 2 месяца новые валькирии. Каждые 2 месяца можно подраться. Ну, знаешь, тут еще, через неделю надо забрать. Я ставлю башню. Если хочешь, сейчас напады. Я не хочу нападать. Чего ты решил, что я хочу нападать вообще? Просто. Блин, человек сидит реально с 7 апнутыми военными лагерями. 8. А, говорит, 8. Ну, говорит, я ставлю башню на. Еще и башню ставят при этом. Какой башню ставят? Говорит, нападай на меня. Ну, у меня золото. Я ставлю башню. У меня золото всего лишь 3500. Че-то маловато, не доиграл. Надо с Альбертом подраться. Вот это настрой. Для что там, кто выигрывает? Нужно нафармить. Альберт, надо его убить. Военный опыт. 10 может, плюс 8 атаки. Чё-то нуары там как со смыслом не дело. Со смыслом? Сейчас покажу. А, у него 53%. Нормально. У меня... Это правда бессмысленно, но да ладно.
У меня один мудрец всего лишь работает, если только же. Так ты это... Сколько у тебя берегов? 3? 2. Круто тогда. Мне нравится, что Альберт исследует соседнюю территорию только сейчас. Кто там, хоть йотуны? Да, йотуны. Самое интересное, что я их убить не могу, потому что иначе все решат, что я буду выигрывать по славе. Кстати, да. Мне вообще больше фермы брать нельзя. Так. Пусть это еще будет игра какая-нибудь. Ну что, на кого йотунов отправить? Давай мне, ловлю. Давай меня. Я серьезно. Так. Давай мне. Мне значит, Альберту и Ганстеру не посылать. Они отказались, я понял. Отправь меня. Вон там капитан усиленно строит башни. Я не буду нападать, если ты меня не отправишь. У него тут 8 бараков стоит. У меня вообще везде бараки стоят. Мне сказали, что меня разведают ради своей сохранности. Да, это так и есть. Что, мне не ставить 8 бараков после таких слов? Ну, смотрите, я теперь могу... Выбираешь реликвию, и можно отправить. Я тоже думаю. В общем-то, тут написано... И видите, теперь я улучшаю. Ну, я, наверное, не думаю, что я правильно играл в данном случае. Наверное, лучше было улучшить. Это я просто, чтобы быстрее вам показать. Халецкого сначала, Лёши, потом убьет йотунов и выиграет пас. Я не буду их поставить. Мы слишком тупые, чтобы использовать это корыто. А где стоит его артефакт? Ступа. У меня. Она не работает, да, если ты ганс, захватываешь? Ганс. Что? Видишь территорию с железом, да, где 4 барака? Ну. Смотри между бараками, смотришь? Да, смотрю. Нифига себе. Чё ты? Я тоже так. Ты видишь мою территорию с форджем? Форджом? С форжом? С форжем? Не вижу. Ну тогда территория с башней. Вижу. Ого! Круто. Все на всех тирах. Серьезно. А я могу подвинуть? Не, я не могу подвинуть территорию стоять. Что это такое? У меня реликт на пир, но пир стоит 1280. 1200. Ты что там вообще? Упировался в усмерть. А сколько у тебя сейчас сила воинов? А, я вижу. 18 плюс 8. Плюс 8, но это еще я разные войска не сделал. Забейте, это все на один раз экономика. Если первый атаку отбить под подлучной вышкой, значит можно не бояться верха. Ну, первая атака с 30 воинов. А что не то? Ну, это трудновато чуть отбить. Там что-то Альберт побеждает уже славы, как всегда. Нет, я не иду по славе. Пошли Альберта сносить. Блин, крыса. Отомстите ему за меня. Он снес плана, надо мстить. Да, зачем ты это сделал? Я вообще ни почему не шел. Дорогим другом. Так, кого мы улучшим еще? Давайте знахарей улучшим. Ты пришел и меня снес. Так, пока знахарей. Я ставлю 5 железа на всякий случай на этот. На берсерка. Там красный выигрывает что-то по мудрости. А, я его скаучил, don't worry about. This. Пошли. Я помогу. Ты скаутить? Нет, снести. Да мне не надо, я типа...
дам ему возможность подумать до 70% и снять всех ребят. Щедрость? Че вы там этот, ребят, надо же Альберта сносить. Че мы, че вы как какой-то красный там? Что? Давайте после зимы. Да просто красный цвет, он более такой. Блин, два разведчика погибло на ровном месте. Да что я вообще сделал? Я тут мирно сижу, никому не трогаю. Я вон тоже мирно сижу и ничего, меня проскаутили. Я бы помог. Скаучено тоже можно жить. Это... Вот. Я приду к отцу и скажу: отец, меня проскаутили, что он мне ответит? Ты мне не сын больше, видимо. Вот и все. Не такая же проблема, сейчас много лекарств есть. Сейчас все скаутят. Гомеопатических, да? Эти улучшены крестьяне, мореходы, воины. Что-то надо рынок где-то построить, я пойду думаю. Пойду я центр возьму. Хороший идея, хороший. А что там за центр, кстати? Смысл или что? Нет, ну, врата Хельхейма. У меня всего 7 территорий, вообще. Жалко, жалко мне нету реликта на защиту. Я бы встал там 30 воинов и стоял бы 8 месяцев. Было бы неплохо. Подожди, разве ты его уже не делал? А, это был анонс о том, что ты его начал делать, понял. Ты же понимаешь, что ты выковал меч, который тебя убьет? А что он делает? А что эти нужные граммы делают? Они вызывают артефакты и лаги. А потом еще замедляют всех. Я не знаю, что первей. Бля, эти валькирии меня чпок. О, Леша теперь мой сосед. Нифига себе. Так, ты... Слушай, так ты шел 4 юнитами, по-моему, на Валькирию. Ты хоть что-то сделал? Леша, ты забрал много территорий. Мне тоже нужно развиваться. Да пожалуйста, я можно я этот камень заберу и можете забрать себе эту территорию обратно. Я не против. Почему у Альберта столько славы? Он резко выиграть может. Не могу. Меня заперли. Да, пока я его запер территориями. Но я добуду камень и отдам ему эту территорию. Офигеть, там опять 4 штуки появились. Да. Да. Так они же, да, каждый будет постоянно появляться там. Блин, тебе не жалко юнитов? Это халявный боевой опыт. Я боевой опыт фармлю. У него там... Я у него там это штука. Которая рекорды. У него ребята быстро появляются из-за того, что он вепрь, он идет скорее всего через хайп оф вепрь, судя по тому, что я вижу у него 1, 2, 3, 4 территории с осмосом. У него сейчас население под 40. Да. Отнутая это есть? Пивоварня. Нету. У меня 12 части без нее. А, то есть те территории с осмосом, которые я вижу, это не все территории с осмосом. Ну, за осмос у меня плюс 8. 4 территории. А и у тебя нету апнутой этой? У меня филинг сейф. У меня апнутый. Все, понял. Ну просто я когда играю, типа, филинг сейф я беру в самом конце, когда уже начинаю драться. Я его подрался по минимальному, если сейчас. Жалко, что не с кем. А там у этого 71. Я выезжаю. Потом нужно будет бить Эльнара, кстати. Знаете? Надо Альберта сносить, у него очень много. Очень много. А, 8 территорий это очень много. У тебя 72%. Это неприлично много территорий. Если ты набираешь славу, то ты можешь очень быстро выиграть. У меня кровавая баня и лимит Т32. Смотрим, что я хочу поставить. А они переделали стоимость перов, или мне кажется? Завоевать уже второго уровня. Бог, 10 воинов. Короче, надо
Вот нормально? Надо... Почему нет? Я сейчас тоже выгляну. Мочкануть йотунов. Да йотит. Человек по смыслу выиграл. Выигрыш по смыслу. О, а капитан перестал со мной деревом торговать. Со мной тоже. Так исторически сложилось. Тут овечки, тут три овцы. Дай мне их. Я готов драться за них. Я сейчас забежу. Так, не вешай вес. Леша, ты хочешь меня напасть, а не просто не в теме? Йотунов. А-а-а. Своим копишь? Ну ладно, окей. Да. Так, ну Михель, время атаковать, вы же знаете. Так, кто пострадает? Надо выбрать смертника. Нафига у тебя, Саш? Там я не могу... А, я могу туда зайти, но не буду. Я шубу взял. Человек выигрывал по смыслу, а мы бессмысленно и беспощадно его убили. Слушай, а что ты, Альберт, наврал, что у тебя нету территории? У тебя что-то вон территория. А я вот так вот сделаю, мне так надо. Он наврал, да, он всегда так делает. Он хочет выиграть славой втихаря. Я уже вонер сделал, тебе и лицо ломать или нет. Один с вонер. Зачем ты их убил? Они мне не нужны. Леша, мне нужно у тебя забрать одну территорию. Забирай. Можешь даже пострелять, парень. Разрешаю. Забирай. Леша, а ты уверен, что ты успеешь его послать? Не знаю. Я не иду по слависти, сколько раз тебе это сказать? Так, мне тут надо чисто одного этого убить. У тебя чисто сон набил такие идеи. Ну блин. Я пойду. Что, что? Дело пахнет Альбертом. Пошли Альберта снесем. А это кто, гангстер говорит? Ну давай, он вон мою территорию захватывает. Это наглый или очень наглый, я не понимаю. Только с тебя 15 воинов надо. Ты воинов, ты жителей, он тебя жителей убил, смотри. Да я вижу. Вон моя армия, Свей, или ты не видишь мою армию? Ну заходи. Нет, твоя армия больше. Я не хочу ее терять. И я не хочу. Но не мою территорию отжимают, как бы, твою. Ну да, да. Это при том, что мы вроде договорились с Альбертом, что он мою территорию отожмет. Я ему честно сказал, что я ему отдам ее. А, простите, вы только что вымерли мне бить мое лицо, видно. Ну, так и что? Ну так и все. А я не хочу, чтобы вы меня убили. Так я тебе сказал, что я тебе отдам эту территорию, вот ты собираешься? Я не переживай, сейчас никто не снесет. Просто у меня тут небольшие проблемы. Там каждый Я завис. Никто на тебя не нападает. Зависай сколько душе угодно. Малыш, ты меня волнуешь. Башню снести пришел. А там башня есть? Надо полечиться просто. Хоть сколько-то. Ты серьезно драться хочешь, ребят? Ну давай. Ну чё, на Альберта или на гангстера йотунов натравливать? Он на меня зашел. Да я вижу все. Я бы на гангстера, потому что гангстер не захотел своего.
Чего Ганстер не захотел? Нет, я хотел, чтобы Лёша танканул, я хотел его Теру защитить. Да, и потом Лёшиных воинов добить, да. Возможно, но это не точно. Нанаем агрим, Альберт. Блин, а можно... А можно это не через мою территорию? У тебя там есть проход с другой стороны, блин. Чего вы все через меня ходите? Вам тут не проходной двор. Парадная. Буферная зона. Да. А что если мы будем на чужой территории? У тебя и у меня будут работать? Кровавая баня, да? Да, скорее всего. Гансер, убегай. Там вон прибежали. Вы посмотрите, сколько у него овечек на мейне. Холоп, куда пошел? Ну вернись. Сейчас я донайм сделаю, подожди. У тебя мало там. Ай, давайте вот этих попробуем завалить. Леша, давай мир. И со мной, и с гангстером. Давай, я не вмешиваюсь в вашу любовь, я вмешиваться не буду. Но только при условии, что если кто-то кого-то сносит, то я вмешиваюсь. Капитан, а ты с красным что-то делаешь, нет? А, да, я ему сейчас лицо сломаю. Не, 81%, последняя теха. А, 80% это не так страшно. Драться-то будешь? Блять, но на моей территории не хотелось бы. Ну жалко, выбора нет, да? Так, вот, мастер. А поделитесь на моей территории? Вы можете? Не можете. Ну, Альберт не хочет. Я завис. Придется резать овец. А, это ты знаешь, как сдерживающий фактор, да, овцы были. Кровавая баня у меня есть. Заложники. 10. Блять, они пиздец мощные. Смотри сколько. Плюс 14. Блин, кстати, за овцу дают 3 славы, если воительница. Мясо, зачем ты на меня напал? Мне пришлось этот торговый путь обрезать. Понимаешь, типа игра считает, что мы с тобой больше не друзья. Меня это напрягает. О! Сколько у тебя было воинов? А почему я могу только едой 25. Захватывать? 17. Ну, это кровавая баня. Хм, забавно. Хорошо, сейчас будет появляться постоянно. Это неплохо. Нет, знахари оставим. А чего у меня так? А, все понял. Сколько? 8 месяцев надо подержать. Ну, подержим. Давайте вы красным снесете. Еще игра будет? Я не против. Я уже. О, Гансер идет мстить. Ну-ка, наваляй этому Мишке по его мохнатой попке. Я хочу, чтобы он нанялся. О, чат нуар побежден. Нет. Че все время меня убивают? Ну, ты идешь по победе, которую... Ну, блин, лор сам капает, тебе давай что? А, лор сам капает, у меня всего лишь два чувака стоят на круге камней. Вообще было 4, ну ладно. Видишь? Сам капает. А, подожди.
Ладно, не важно. Тут бегают ребята. Блин, у меня сейчас такие глюки вот с горящими зданиями гангстера. Такое они какое-то. Очень быстро горят? Нет, тут такие какие-то сами полосы. У меня тоже какие-то странные глюки были. И, короче, поселенцы, короче, сжимались. Резиновые поселенцы вот эти знаменитые. И, короче, бежит у меня поселенцы, типа такой, один такой большой, типа такая маленькая бипирка за ним. Это, кажется, еще один поселенец. Легендарные микропоселенцы. Да потом, кстати, когда он стал рыбаком, он, короче, поменял пол, кажется. Слушайте, ну и... Капитан, давай я на тебя... Капитан, можно я на тебя йотунов направлю? А то мне что-то не на кого вообще, зря построил. Давай я вот кину на тебя йотунов один раз. А... Ты подписал соглашение? Ну надо ж это... Посмотреть, как они приплывают. И нападают. Так, слушайте, у йотунов отменили, да, вот эту фигню, что они распугивают? Да, они теперь не это, не кричат. Зря, Альберт. Они теперь бьют сплэшем каждый третий удар, но теперь не кричат. Сын Хрюма. Я за весь не могу увести войну. Почему? Что это такое? А то дорого стоит. Какой у меня тут бонус к силе сейчас? 16. Привет, кейтеры. Не могу редактировать план за медведя после выхода патча. Сегодня завтра. Сейчас пару слов о пивоварне и знахаре. Что взять? Никогда не хилить никого не улучшенными знахарями. Вы хилите ради снятия бафа. Привет, хейтеры. Из-за низкой эффективности знахаря это не окупится. Знахарь потребляет ресурсы, просто не производит новых. У вас всегда должен быть один раненый от нападения нейтралов. Нужно уточнить, что не нужно делать воинов. Да быть обычными поселянами. Волк минус один раненый, один фуловый. Танкует раненый. Драугр также. Можете взять третьего силука. Да, ведь не улучшил пивоваров ради населения, а ошибка. Временный ресурс, временный буст. Бля, я потерял. Делает моего. Реально копейки, но после одной атаки весь временный ресурс теряется. Убывайте руду, качайте лор, если играете в развитие. Реально полезно, спасибо. Пиздато. Лёша выиграет сейчас. Бля, я не сдох, просто жду патч. Механика и мета изменится. Тогда я и напишу гайд на каждый клан. В скобочках-то. Не, ну а хули вы хотели? Есть три играбельных клана. Дракон, Козца, Медведь. На остальных? Змеи, Волки, Вороны. Можете играть, если у вас есть опыт и понимание игры. На эти кланы. Лёша сейчас выиграет, вы в курсе? Кто-то мне помогать будет? А он меня не выскал. Ставьте Лукас, если хотите обед. Центр. Центр же. Как он может не проскавчить быть? А, он по вот этой штуке выиграет? Да, он сейчас уже выиграет. А, да, я. 3 месяца осталось. Ну ты меня больше бей, братан. Тогда мне придется помогать, да. Давай быстрее, быстрее. Пожалуйста, сейчас сделай уже. Я веду, ребят, веду. Давай, я с другой стороны зайду. Да, я с третьей зайду, хотя это не поможет. Ой, а что это фиолетовое такое? Давай я зайду. Подождите, а что это фиолетовое такое вот это бегает? Хочешь такое? Давай я зайду сольюсь, и ты добежишь. Давай, давай. Только прямо за мной заходи. Ну, я типа жду на территории. Все, он увел воинов. Тут же башни нету. Сейчас в Валькирии появится, подожди. Вы сейчас кого пить? Подождите, слушайте, прикол. Может, это, конечно, какая-то способность? А, да, фиолетовые кобальды? Да, фиолетовые кобальды вместо скаутов. Что это такое? Это кобальд скаут, это нормально. Не все будет хорошо. Леша, ты уверен, что я твой противник? Так ты на меня напал. Да я немного. Ну так, значит, ты немного мой противник. Тебя сейчас центр берут.
Ну да, так там без вариантов. Да? Ну ты же не на центр напал, а на меня конкретно. Они сейчас заберут центр и уйдут, господи. Я не уйду. Я уйду. Ну я имею в виду, что дальше вы не пойдете. Я к этому имею в виду, что вы не будете у меня дальше нападать. Центр будете держать, там вот это вот все. Кирилл Соловьев. Я обменял медали на рубины в плане. Капитан, улыбнитесь. Я улыбаюсь. Это флаг корабля. Давай я тоже открою за компанию. Почему бы и нет? Вайна. Вот так. У меня хилера нет. Ебать, он умрет сейчас. Беги. Он бежит. Ай, блин. Ты можешь бежать, но не можешь спрятаться. Сделал воинов. Ганстер, ну а чё туда? Я не буду центр брать, чё вы? Чё началось? Я тебя задохну. И отберу территорию. Шо вы сразу, я не буду брать. Ладно, пошли, Альберт. Пошли, Альберт, вместе ганстера снесем. Давай, я понимаю, не дать мне этот центр взять, то вот это, конечно. Давай, ладно. Пошли. Давай я отойду просто. Нет, отдам просто все. Не так больше не дать. Ну давайте. Да, а у него там тем более 88%. Мне же Саша поможет, правильно? А мне нечего тебе помогать. А, ты, значит так, да? А, ты хочешь, я тебе скину скрин? Альберт, ты где? А, вижу. С другой стороны. У меня экономика слабая, у меня типа добыча и золото. Я пойду сносить. Иди сюда. Пускай на мне пофиг, тут две территории. Я разменяюсь. Я вон. Тотемы золотые поставлю. Чё у меня остаётся? Так, чё у меня там? Где там мои йотуны? Я не хотел. Ты меня вынудил. Нет, это ты меня вынудил. Нет, ты меня вынудил. Нет, ты меня. Собака, я собака. Собака. Так, этих сюда. Лекарей сюда. Кого они бьют? Тебя. Нет, мои воины кого бьют. Почему они не могут снести трех воинов? Ой, Альберт! Леша, да. Леша, ты меня запер. Я ушел. Так уйди, блин! Я не могу уйти, ты мне запер полностью. Все. Я за. Пощади. Беги. Я даже воину солю. На мейне башню? А, мне мейн сносят, я понял. Это нормально. Доброе утро. Славяне. Йотунами? Да. Ну а чем еще? Пригодились. Ну, сейчас я, конечно, послабоватее, чем были в этом в раннем доступе. Да, они были прямо очень сильные. Их неплохо поменяли. Ой,
потом. Еще Альберт сносит. Сука, конечно. Блин, ну что тут за глюки такие странные? Он себе поставил тотем за 40 дерева. А, ну тут так свет ему, свинки-то 7% до победы осталось. Ну да. Сносу. Так я его скаутил даже, если что. Ну, ну ты понимаешь, что я... Плюс 5 я осталось, тебя... я не выиграю уже. 500 надо набрать. Кстати, Лёш, сколько территорий? Какое очень много? У меня 9. Раз, началось, два, началось. 3, 4. 9 у меня. Это легко исправить. Ну да. Все, добирайте серого, у него нету армии, ну. Для этого его нужно исследовать. Ну тогда я нанимаюсь. Не надо наниматься, зачем? Зачем троем? Ну, у тебя 93%. Там. Да, у меня не идет лор. Ну. Процентов сколько? 93. Ну вот. Плюс 94. Плюс 50. Лёш, у тебя осталось что-нибудь? Хоть что-нибудь? Нет. Видишь, блин. Ну, берсерк у меня, берсерк у меня остался. Территорию с фаршом. Блин, ну ты не сможешь отобрать у меня территорию. Я могу сделать вон, если очень надо. Не, не хочу. Да не то, чтобы он очень надо. Альберт делает, но он выиграет по славе потом. Чем дело? Кто, Альберт? Нет. Да. Нет. Да не надо меня сносить, да чё? Нормально же вообще. Ой. Я даже, у меня даже башня нет, не сломалась. У меня теперь такая странная анимация горения в этой игре. В общем, это я, наверное, пойду. Окей. Всем удачи. Давай. Да. Лёш, я же отобью. Что ты отобьёшь? Я сейчас убью тебя всех воинов. Давай, давай! А фиолетовому убьёшь всех воинов? Нет, ну только тебе. Здорово. А нет, это... А, мои не зашли, я понял. Половину просто взяла и ни за что передумал. Лёша, у тебя эти йотуны когда будут? Ну, не скоро. Ай. А, нет, они есть. Готовы. Запускаю. Ну всё, ГГ. Капитан, я бы на твоём месте ушёл оттуда. Блин, у меня у гангстера эти корабли плавают по его территории. Да, он специально их так ставит.
Ты там чинишь ее, что ли? Подожди, я убью. Сейчас же Йотана на тебя отвлекутся, ты чё? Нормально будет. Фиолетовый, что ты делаешь? Я хочу его убить. Почему я хочу его убить? Потому что тебе не так много осталось фейма. Мне? Да. Леша, я у тебя две теры заберу, мне нужно уйду. Леш, он теры забирает, смотри. Я пока две заберу, уйду. Он заберет все. Не верь, Альберт. Не верь Альберту, он сейчас заберет, выиграет по фейму. Пускай не заходит. Скажи ему, поставь ему ультиматум, чтобы ты не выносишь меня, если он забирает территорию. Да, Альберт, так и будет. Я сейчас не выношу гангстера, у него осталось 3%. Альберт. Я его сам сейчас несу не пройду. Я сам несу, сейчас к нему приду, подожди. Капитан, не надо. Я ушел уже, все. А ты-то что? А ты-то для чего пришел? Все хотят завладеть смыслом. Да. Опять кобальты. А, точно, они скукоживаются, я понял, точно. Я понял, что вы имели в виду. Ты сейчас представил, типа, если кобальды смогут, короче, типа, выпрямляться, то большие кобальды. Да вы, суки, пиздец. А ты хороший, красивый, умный парень, молодец. А вы его снесли или нет? Да, снесли мне. Ну а что, мне давать тебе возможность выиграть? Не понял. У меня... А почему мне дали славу и очки за то, что капитан снес гангстера? Слишком много фейлов. Мне написано, вы получаете 120 очков и 150. Я вижу. Но... У него... Он уже может захватить все территории и выиграть уже, может. Если у него есть золото. Для этого нужно забрать территории. А, он все, начал захватывать, а нет? Капитан, надо на Альберта нападать. Нет, сначала надо обезвредить ворона. В смысле, Альберт уже на меня нападает, то есть у него сейчас вот победы тут один шаг. У ворона 84%. А у меня нету даже алтаря. Не, у тебя по лору. По лору? Да, по лору 84%. Вау. Как будто незаметно. Даже не заметил. Я не видел, честно говоря. Ну я в лор вообще не шел. Ну это из-за гавани. Три гавани, наверное, да, где-то? Да. Я забираю пару серий. Ухожу. Незаметно. Альберт, мне почему-то кажется, что ты после этого захочешь пойти ко мне. Ну да. Конечно, ты же один останешься. Леша, не заходи, это смерть. Не за... Не лезь, я тебя сожалею. Все замораживает. Все поглотит огонь. Заметь, Лёша, я у тебя теры забираю, которые не нужны. С чего бы они не нужны? Ладно, ну ты должен получить территорию. Капитан, предлагаю тебе копить силу, чтобы драться с Альбертом. Ну так он же на меня нападет, конечно, я должен копить силы, чтобы драться. Надо Мишка под бань. На своей территории это вообще не особо. Да, у него домен надо. Ну все. Я думаю, я свою миссию выполню. Альберт, а кто тебе территорию отжал с рыбой? Леша. Ты мне спонг убил, все. Он обратно захватывает. Слушай, а как мне так сделать, чтобы я не побеждал, как бы наука, но мне же деньги нужны.
А, переключить на фейм. Но тогда ты будешь побеждать по фейму. А, на фейм. Ну давайте, у меня все нету этого алтаря. У нас вон уже Альберт набрал 1300. Но у меня Альберт не разведан, я не могу даже сказать, сколько у него этих территорий. Я могу, у меня 8. Но у него... Нет, ему не хватит сразу все захватить, потому что у него, я вижу, только один неулучшенный стат. Может, где-то еще один стат есть. Этого нет, мало. У меня один стат. Вот он захватывает рыбу, сейчас туда, скорее всего, будет ставить склад. Это не я. А, это не ты? Я понял. Ага, опять территории берешь. Да, слушай, мне это не нравится. Ну, мне надо Альберта снести, я так считаю, он на меня нападает. Постоянно. Ты берешь территории, в сторону Альберта, правильно? Ну, да. То есть вот эта вот тебе не нужна. Какая? А, нет, да, можешь забирать. Лёша, это была ошибка. Какая? Офигеть, эти читоносы маленькие, но щиты все равно большие, смотрите. Да. Это что такое? Саша, ты не улучшил загон для овец? А у меня было мало. А сейчас много? А сейчас у меня побольше. Стоило бы улучшить, да? Сейчас, подожди, докопаю камень. Когда за 5-й год не докопал камень, какой-то 50-й год. Может, Альберт, какой-то мир там, типа, на сколько-то месяцев, типа, как-то договоримся? Или будем воевать, пока я капитан не победит? Не, я не буду в науку идти, честно. Тебе нельзя держать больше 6 территорий. Конечно. Альберт, если что, ты сможешь быстро на него напасть, потому что у него уже 1200. Я только да, у меня нету этого. У меня нету камня, у меня нету алтаря. Вы достали. Мы боимся. У страха глаза видят. Я Альберту армию уничтожил только что. Круто. Альберт читер, не там армия из воздуха берется все. Да постоянно. У него даже мореходы стоят у Альберта. Не работают. Скоро у него зомб закончится. У меня вот мореходы тоже не работают. Золото тоже берется из воздуха, не тупи. Это же очевидно. Главный читер. Ну, Альберт, он у меня сейчас... сколько по смыслу? Он сейчас у меня алтарь заберет, нужно срочно помочь. Не, ну, капитан, давай я у него алтарь заберу и все. Да. Нафиг ему алтарь? А у меня не проскаутен, я не смогу тебе помочь. Это хорошо. Алтарь, это хорошо. Чисто для экономики. Я бы на месте Лёши резко бы втопил в лор, а 12% набрать не так уж и сложно. Че ты палишь, а? Не хочу я топить в лор. Да, ты фрейм фармишь, я вижу. Вон у меня поджал алтарь, все. Че, ГГ?
Сейчас я снесу Альберта и все. Коэффициент на победу Альберта падает. Резко. Не, лучше подожди, пока алтарь сгорит. Потом только. Саша, а у меня сосок, помоги тебе. Я не могу тебе помочь ничем. Ну, морально можешь писать? Саша, красава, правильно играет. Когда у тебя все отлично, говоришь, что это все было. Угу, все отлично. Я золото, знаешь, как это собираю, блядь? Не ругайся. Да-да, не ругайся. Но я вижу, что у тебя 6 торговцев работает пока что. Мне этого не хватает. Вот скажи, сколько 6 торговцами надо майнить? Так, долго, мне 2 территории осталось. Долго. Хотя бы десяточку. Долго. Долго. О! Лёша, заходить не стоит. Куда заходить? А, к нему нет, я не собираюсь. Блин. 800. Мне надо вот эту территорию забирать. Он уже выигрывает, ему надо... Этот... Капитан, быстрее. Быстрее. Ты чё, не спи. Он уже не успел. Я уже не успел. Ну, теперь попробуй. Попробуй успеть. Отправь на все территории по одному вагону. Альберт зашел, пристал. Альберт, зайди еще на сюда, на пару территорий. Не успеваешь, капитан. А, капитан даже не идет. Капитан, что с тобой? Изи вин, ребята! Я начал резать невесты, я думал, я успею забрать территорию. Но после фразы, что у меня алтарь это украли, нужно было тебе вот напрячься. Дело в том, что после фразы у тебя украли алтарь, я потратил все свои деньги на свой алтарь. А, то есть ты решил... Не понятно, надо было да? так делать, нет, тебе надо было воинов делать и все. Если бы ты сделал 16, там все, ты уже выиграл. У меня экономика нулевая, то есть после того, как я подрался, ты долго бомбил. А вот, слушай, помню, Альберт, а зачем тебе надо было у меня обязательно какие-то территории забирать? Там же свободная территория бывшего синего членения. А, забирать слишком много территорий, фейма. Чтобы ты не выиграл. По фейму. Так у меня не хватало тогда фейма, я там 900 что ли было. А Алексей выиграл по фейму или по фейму? Фейм это временно, по фейму. По фейму? Я сделал очень глупую ошибку, то что я дрался не полной армией. Я сделал 30 человек, а мог взять 17, потому что мне этого хватит. Мне не хватило. Ну да, да. У меня сильные ребята плюс, уже были. Да, и плюс я дрался под своей кровавой баней, это слишком сильная вещь. Мне нужно было либо уйти, либо как-то с другой стороны зайти. Лучше было с другой стороны заходить и драться под моей баней. Хотя, пофиг. Выиграл, ну круто. Это было очень интересно. Спасибо за игру. Не, типа, на самом деле, казав Фафа все еще достаточно слабая. А фиг ли ты хотел? У нее нету никаких. Я думал, что вот с этим реликтом, который кост таскает, это будет как бы быстрее. Им надо переделать этот реликт. Не, будем откровенны, тут, конечно, ганстер мог всех сносить, я не знаю, что он там, он просто дал нам поиграть, потому что он действительно сидел с 8 апнутыми. Я хотел зайти на Сашу, он хотел зайти на тебя, но... А, на самом деле, Леша, он не мог, Леша, он не мог драться, потому что если он нападет на тебя, вы армии разменитесь, и его сносит мы вдвоем. А почему ты уверен, что я размениваемся? Я не уверен, что мы размениваемся. Мне кажется, он бы меня снес в тот момент, когда он хотел нападать. Ну, типа, мог, когда мог нападать. Ну все, спасибо, пойду я. Спокойной ночи. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!